16 апреля весь православный мир отметил самый любимый праздник – Светлую Пасху. Во всех храмах Лабинского района прошли праздничные богослужения, одно из них – в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы города Лабинска. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, каждый год Святая Церковь готовит нас к этому дню. Напоминаю всем нам, что пришел мир Спаситель, Господь наш Иисус Христос принял нас в человеческую плоть, чтобы искупить ее на кресте и даровать нам жизнь вечную. Сегодня мы ликуем. Снизошел благодатный огонь в Иерусалиме. Он распространился по всему православному миру. Это по преданию общинских старцев и старцев Святой горы Афон. Вот, свидетельствует о том, что Господь еще даст нам возможность для покаяния, для исправления жизни, для мира на земле. Дай Бог, чтобы мы действительно этот урок и это все восприняли каждый для себя и сделали все возможное от нас, чтобы действительно этот мир был вокруг нас, внутри нас и во всем мире. Храни вас всех Господь с Пасхой Христовой, с воскресением Господа нашего Иисуса Христа, мира, любви, семейного благополучия, здравия. Храни вас всех Господь. В праздничную ночь у храма собрались сотни людей. Среди них глава района Владимир Забураев и глава города Сергей Шеремет. По традиции перед службой крестный ход вокруг храма. После крестного хода начало пасхальной заутренней, где прозвучали самые главные слова святого праздника. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Пасхальное ночное богослужение возглавил настоятель соборного храма Успения Пресвятой Богородицы, благочинный Лабинского церковного округа, протоиерей Александр Мудрик. В храме в этот день по-особенному красиво. Сотни зажженных свечей, живые цветы, корзины с пасхальными яйцами и куличами. Но самое главное украшение храма – прихожане, которых и объединяет вера, доброта и милосердие. Именно этими чувствами пропитан праздник Светлого Христового Воскресения. Светлый праздник. Праздник души, праздник тела, потому что мы стараемся держать пост. Мы стараемся молиться. Мы стараемся, во-первых, искать в себе грехи, которые у нас были. То есть не злословить, не осуждать, не осквернять никого. Поэтому сейчас, придя в этот храм, в этот светлый вечер, в этот светлый праздник, я думаю, что Господь очистит наши грехи, и мы начнем Новый год с новым позитивом, без грехов, с новыми какими-то эмоциями. Для меня, как и для любого православного человека, Пасха – это очень светлый и большой праздник. Поэтому всем жителям города Лабинск я хочу пожелать в этот день помощи Божией, многое лето и, самое главное, мирного неба над головой. Это радость. Вот самая настоящая радость, которая для людей, которые по-настоящему верят, это такое утешение. Потому что, ну, смерть, она всегда разлучает близких людей. А мы верим в то, что мы все в итоге восстанем. И этот праздник нам напоминание, вот, о том, что жизнь вечная нас ждет. Вот, поэтому с праздником всех. Этот праздник для нашей семьи действительно очень много значит, потому что бабушка с детства это все прививала. Печем куличи, красим яйца, держим пост по возможности. Но стараемся, потому что семья всегда собирается. Вот один из самых главных, самых добрых, душевных таких светлых праздников. И душа радуется. Конечно, церковная служба очень помогает. Очень рада, что настолько красиво это все проводится. Всех с праздником. Христос воскрес! Здесь мои корни, здесь моя родня. Здесь моя родилась мама, папа. Мама здесь похоронена. Тут первый раз решил посетить. Именно в такой торжественный день для всех православных и россиян. Ну, на родину всегда тянет. Здоровья, мира,
любви. Мы все с трепетом и замиранием ждем прекрасного момента, когда нам скажут: «Христос воскресе!», а значит, есть возможность для спасения каждой души. Я желаю вам любви, гармонии и процветания. Сегодня великий праздник. Всех поздравляю со светлой Пасхой, со светлым Христовым воскресением. Желаю, ну, прежде всего, всем нам здоровья, душевного мира, понимания, веры и всего самого светлого и доброго, что можно пожелать в этот день. Христос воскрес!